Даниила Ермошина не пугают ни ушибы, ни падения. На воротах стоит крепко. Он голкипер. В футбол пришел 2 года назад. Начинал играть в защите, однако почувствовал в себе вратарские амбиции. Я смотрю много матчей и смотрю на вратарей, вижу, как они хорошо играют, и запоминаю их движения, и вот у меня их на тренировке. Так, ребят, сейчас пробегаем 2 круга спокойно. Никто Кирилла не обгоняет у направляющих. Задание тренера получено, можно приступить к выполнению. На поле мальчишки 2015 года рождения. Пробежка, разминка, упражнения на развитие физических данных. По словам тренера Александра Дробешкина, в первую очередь, а уж потом работа над скоростью и техникой. Скорость, она вообще необходима футболистам, но она, естественно, развивается в определенных каких-то промежутках, да, возраста. Но вот сейчас им, если простыми словами дается, это гибкость, ловкость, координация, вот такие вот физические качества, которые действительно развиваются очень хорошо. Физические качества и упертый характер принесли Артему Кочеткову 8 кубков и 30 медалей в футболе с 3 лет. Признается, старается равняться только на лучших и даже номер на майке любимого игрока Лионеля Месси. Мне нравится его техника, его видение поля и его левая нога, потому что он очень хорошие удары ей делает, и я равняюсь на эти удары. Точные пасы, четко обработанный мяч и быстрое принятие решений. Футбол – командная игра. На поле игроки должны сотрудничать друг с другом эффективно. Все эти аспекты нарабатывают на тренировках в игровое время. Наша задача – воспитать, да, отдельных игроков, чтобы они после окончания школы попали в какие-то команды. Это, конечно, было бы в идеале. А так, ну, естественно, чтобы была хорошая, сбалансированная команда, чтобы они показывали результаты. В спортивной школе Одинцова работают настоящие профессионалы своего дела. Готовят детей к различным соревнованиям и первенствам. Однако привить любовь к здоровому образу жизни – одна из главных задач. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».